Вот в этом году я, в принципе, нашел, как мне кажется, этот баланс. Я исключил алкоголь полностью. Значит, что еще? Я хочу сказать, что... Давай. А ты с супом. Чтоб я так жил на пенсии. Значит, что еще? Я хочу сказать, что очень важно понимать ваше внутреннее ощущение. Слушай, у вас какой-то официант наглый. Давай, выпьем. А потом с ним подерешься. Брунь! Я исключил алкоголь полностью. Спасибо! Рюмку. Скажи еще что-нибудь. Добра всем и позитива, ребята. Будьте людьми. Даже я и пью маленько. Громко, может быть, назову, да, но этот проект я назову так: «Пьянство убой, я за трезвую Россию», потому что в последнее время то, что пропагандируется с экранов Ютуба, в том числе на канале Редисоне, в том числе на канале Пантелейкина, заставляет все-таки задуматься о том, куда же мы катимся, да, и к чему все это дело нас приведет. Чао, пока, бля, ёпта!